Урок, посвященный духовным традициям казачества, провели в кадетской школе номер 46 города Пензы. Главными для казачества являются такие понятия, как родина, честь и вера. О том, что есть вера, рассказал юным казакам протоиерей Николай Грошев, член общественного совета при управлении МВД России по Пензенской области. Подобные уроки в образовательных учреждениях он считает необходимыми. При этом отмечает, что модель поведения ребенка закладывается в семье. Необходимость дальнейших каких-то усилий педагогов и каких-то занятий, собственно говоря, как, наверное, и каждому человеку в нашем сегодняшнем обществе, некогда оторванным от традиционных наших ценностей, это, не, в общем-то, наверное, отрицать будет сложно. Он рассказал интересные истории из жизни. Он преподал какой-то урок. И я поняла, как нужно относиться к другим людям, к Богу. Из университета подошли. Главной темой урока стало разъяснение, что такое хорошо и что такое плохо. Кадетам напомнили, что казак – это гордое звание, и ученики должны нести его достойно.